зовут Евгений Сипков, я пишу книжки по бухгалтерскому учету и налогам. Также у меня есть детские книжки. Сейчас на своем стенде я хочу рассказать о тех детских книжках, которые есть. Самая, наверное, известная книжка и неоднозначная. Это «Как отважный Рун хитрого доллара победил». Значит, если рассказывать о том, что откуда у нас взялся доллар, вообще, то есть история возникновения доллара, откуда у нас взялся рубль, и почему у нас между долларом и рублем конкуренция, почему в этой конкуренции у нас проигрывает рубль пока, я надеюсь. Вот такая интересная детская книжка, про которую, наверное, и писали на «Эхо Москвы», все на украинских и российских сайтах, то есть там, что у нас рубль все время падает. А какой-то автор пишет книжки о том, что рубль твёрдый. Все-таки я надеюсь, что наша экономика, наша страна, она будет крепкой, соответственно, будет крепче. Спасибо.